В непосредственной близости от людей живут птицы, мир которых удивителен и многообразен. И, конечно, они нуждаются в нашей защите и внимании. Как воспитать у ребенка сочувствие к братьям нашим меньшим, в том числе к пернатым? Как сделать так, чтобы забота о животных стала неотъемлемой частью его жизни? Помощником в решении этой задачи станет книга. Читая рассказы и сказки о птицах, ребенок узнает много нового о жизни пернатых, будет учиться их понимать, становиться внимательнее и заботливее по отношению к ним. Птицы участвуют во многих народных сказках, рассказах, пословицах и прибаутках. С древних времен птицы олицетворяли собой какие-либо силы природы, а потому наделялись символическим значением. Русские люди связывали с ним свои поверья, пели про них песни, по поведению птиц угадывалась погода. Исакогорская детская библиотека предлагает вашему вниманию книги, которые помогут еще лучше узнать множество тайн птичьей жизни. Например, вы узнаете, какая птица самая большая, а какая маленькая, почему у уток и гусей не намокают перья, почему лебеди шипят, всегда ли самцы наряднее самок и еще много всего интересного. «Кто чем поет» – произведение Виталия Биянки, которое обязательно понравится любознательным ребятам. В нем автор перечисляет многих жителей лугов, лесов и болот, рассказывает, как и с помощью чего они издают свои звуки, у кого в арсенале окажется самый удивительный музыкальный инструмент в природном оркестре. Прочтите вместе с детьми занимательные сказки. Книга повествует о том, как разные животные в лесу находят свой музыкальный голос и наслаждаются музыкой вокруг них. Каждое живое существо имеет свой инструмент, чтобы исполнить свою песню. Лягушки используют свои голоса, аист стучит клювом, дятел использует нос как палочку, чтобы постучать по дереву, а шмель создает звуки своими жесткими крыльями. Даже безголосые животные, такие как жуки, находят способ выразить себя через свои звуки. У каждого есть свой способ наслаждаться музыкой и поделиться ею со всеми вокруг. «Храбрый утенок» – рассказ Бориса Житкова, который повествует о том, как утята во дворе боялись стрекозы и каждый раз оставались без еды, когда она прилетала с утра и садилась на их тарелку. Так продолжалось, пока к ним не пришел соседский утенок Алешка. Он стрекозу не боялся, и когда она прилетела, схватил ее клювом за крыло. Стрекоза долго не могла вырваться и в итоге улетела с поломанным крылом. Посмотрев на своего соседа, другие утята тоже перестали бояться и стали храбрее. «Растрепанный воробей» – произведение Константина Паустовского, которое трогает сердца читателей всех возрастов. В нем показана жизнь маленькой девочки Маши, ее матери и няни. Папа девочки служит на Камчатке, мама Маши – балерина. Она готовится к роли Золушки и обещала взять дочку с няней на премьеру. Как в их жизни появится воробей и как проявит себя, прочтите в рассказе. Мама берегла брошку в виде букетика из стекла, которую ей подарил Машин папа, и попросила надеть, когда она будет исполнять роль Золушки в театре. Этот долгожданный день должен был вскоре настать, и мама попросила Машу не трогать хрупкую вещь. Однако не девочка стала причиной пропажи букетика. В ларьке возле дома жила старая ворона, которая не только воровала вещи из Машиной квартиры, но и враждовала с воробьями. Однажды во время драки с ней чуть не погиб воробей Пашка. Его спас милиционер и отдал Маше, сказав, чтобы она выходила птицу. Пашка хотел отблагодарить свою спасительницу и время от времени приносил ей в клюве обратно вещи, которые украла ворона. «Лесные домишки» – рассказ Виталия Бьянки, который занимает своим сюжетом даже взрослых. В нем юная ласточка потеряла однажды свое гнездо после того, как ее пытался поймать сокол. Пока она искала путь домой, ей повстречалось немало сородичей из других видов. Приветливые и дружелюбные, они предлагали ей свое гостеприимство. Осталась ли ласточка с кем-то из них? Вернулось ли в родимое гнездо? Проследите за историей юной птицы вместе с ребятами в сказке.
Она покажет, как разнообразна природа, какими бывают гнезда и как важна в жизни каждого существа семья. Оказывается, весной весь лес сверху донизу занят под жилье. Свободного местечка нигде не остается. Живут на земле, под землей, на воде, под водой, на деревьях, в траве и в воздухе. «Ребята и утята» – произведение Михаила Пришвина, которое обязательно нужно прочесть детям. В нем рассказывается, как ребята пугали и ловили утят дикой утки через дорогу, когда она вела их впервые к воде. Это заметил рассказчик и строго спросил ребят, что бы они сделали дальше с выводком. Как ответили ему проказники и чем закончилась эта история, узнайте из короткого рассказа. «Оранжевое горлышко» – произведение Виталия Биянки, которое трогает сердца детей уже долгие годы. В нем говорится о жизни птиц, жаворонка, курочки «Оранжевое горлышко» и других. Мудрая курица помогает многим делам и советам. Когда наступает осень, к семьям ее друзей приходит беда. Как поведут себя курочка с мужем, что достанется охотнику? Прочтите в сказке вместе с ребятами. Она учит настоящей дружбе, ответственности, деятельному состраданию, взаимовыручке и тому, что надо всю жизнь учиться, чтобы не попасть в беду. «Синичкин календарь» – произведение отечественного писателя Виталия Биянки. Главная героиня сказки – это юная синичка по имени Зинька. Любознательная птица замечала изменения природы и животного мира каждый месяц, наслаждаясь своей жизнью. В году 12 месяцев, и множество всего неизведанно. Юные читатели интерпретируют произведение глазами синицы Зиньки, но учатся ценить время и любить окружающую природу. «Журка» – рассказ Михаила Пришвина, с которым стоит познакомить каждого ребенка. В нем рассказывается, как семья повествователя прикормила журавля. Супруги настолько привыкли к нему, что подрезали ему крылья, чтобы он не улетел от них. Жена рассказчика повсюду брала журавленка с собой, а однажды они вместе с ним отправились за водой. Журавль заметил лягушку и полетел за ней. Покинет ли птица своих новых друзей? Узнайте из истории о заботе и любви к животным, преданности и о том, что понятие семьи порой шире, чем нам всегда кажется. «Галка» – рассказ Бориса Житкова, в котором повествуется о птице, которая жила в одной семье. Птица была ручная, но летала свободно на воле. Галка тащила к себе все, что ей понравится. Так однажды она унесла бабушкины очки, а у внучки – колечко. Сумела ли семья отыскать и разоблачить, кто совершил это дерзкое преступление, узнайте вместе с детьми из произведения. Рассказ учит детей справедливости и напоминает, что не надо, не разобравшись, обвинять человека. «Сова» – сказка Виталия Биянки о неблагодарном старике и мудрой сове. Однажды старик незаслуженно обидел сову, которая ловила мышей у него на лугу. Попивая чай с молоком, он прогнал птицу, да еще и пригрозил вслед. Сова от обиды выполнила свое обещание. Тут-то и начались у старика проблемы. Узнайте из рассказа «Сова», как старик поплатился за свой суеверный характер и неблагодарность. «Стрижонок Скрип» – захватывающий рассказ Виктора Астафьева. Читатели познакомятся с птенчиком Скрипом и узнают историю его взросления. Сначала стрижонок живет в уютном гнезде, в окружении братишек и сестренок. Строгая и справедливая мама заботится о своих птенцах, кормит, поит, согревает и защищает их. Но происходит трагедия. Маму-стрижиху уносит разбойник сокол. Кто же теперь поможет осиротевшим птенчикам и научит их летать? «Воробей» – рассказ Евгения Чарушина, который увлекает читателей всех возрастов с первых строк. В нем рассказывается, как на прогулке с отцом Никита замечает удивительного воробья. Никита даже утверждает, что он не настоящий.
Папа отвечает сыну, что он кажется не таким, как взрослые птицы, потому что это птенец воробья. Как поступит с находкой папа с Никитой, прочтите вместе с ребятами в небольшом рассказе. Он учит чуткости, ответственности и заботе о более слабых существах. Из рассказа Михаила Пришвина «Этажи леса» можно узнать о том, как в лесу все устроено. Как птицы вьют гнезда, как роют норки мышки, как животные и птицы взаимодействуют друг с другом. Однажды выпало гнездо синички-гаечки из дупла. Это обнаружили охотники, приехавшие в лес. Птицы вокруг метались в беспокойстве, что их птенцы выпали и рядом люди. Но охотники, накормив птенцов, водрузили гнездо снова на дерево. Оказалось, что гаечки просто не видели внизу птенцов, так как у всех есть свои этажи, на которых живут и строят гнезда. Охотники смогли поместить гнездо на ту высоту, на которой они привыкли существовать. Из рассказа Виталия Бьянки «Подкидыш» можно узнать о том, как мальчишки разорили гнездо каменки. Но одно яйцо уцелело, и автор решил положить его в гнездо другой птички – пеночки-пересмешки. Но были сомнения, примет ли пеночка чужое яйцо, ведь оно так не похоже на ее яйца. И птенец уже завтра должен был вылупиться. Автор каждый день приходил к гнезду и наблюдал, как пеночка кормит подкидыша, а тот своим теплом помогает высиживать ей яйца. «Кополуха» – проникновенный рассказ Виктора Астафьева, который будет полезно прочитать детям. Заметив глухариное гнездо, маленькие пастушки хотят разорить его ради забавы. Но увидев, как волнуется и мечется таежная птица, ребята отказываются от нехорошей затеи. Ведь бедная кополуха даже выщипала себе перья, чтобы каждую капельку тепла отдавать будущим птенцам. Как же можно лишить ее радости материнства? Произведение призывает бережно относиться к живым существам и ценить материнскую любовь.